Вот так вот примерно выглядит мечта. Свой участочек на берегу моря. Море у нас Азовское, дорогие друзья. Посмотрите, какая красота. То есть мы находимся сейчас на участке, который имеет площадь 85 соток. То есть вот от моря и туда вот по заборчику. Сейчас я более подробно вам о нем расскажу. С левой стороны это база отдыха «Чайка» здесь находится. Посмотрите, какое морешко красивейшее, чистейшее. Душа радуется от всех этих видов. В летний период здесь был расположен пляж. Платные лежачки сдавались, катамаранчики. На него приходили люди, отдыхали. В общем, пользовался популярностью, потому что место действительно красивейшее. С левой стороны находится центральный пляж, станица Голубицкая. С правой стороны база отдыха «Чайка». И туда дальше пошли разнообразные базы. То есть это место, так сказать, в самом сердце Голубицкое, очень популярное и востребованное. Поэтому давайте узнаем об участке, о том, как его можно купить и сколько это стоит, какие есть коммуникации. На участке находится административное здание построенное. Оно 65 квадратных метров. И, как говорится, начало положено. С правой стороны находится база отдыха, которая уже газифицирована, и газ будет от нее. Здесь, с правой стороны, находится септик трехступенчатой очистки, очень большой, и за ним подключение центральной воды. Здесь щебенка и отсыпные подъездные пути. Здесь брусфер, чтобы во время приливов вода сюда на участок не заходила. Их по всему Азовскому морю так специально и делают. Углы участка вот один находится здесь, где вот эти мешочки лежат, и другой в ту сторону против забора. К нему мы тоже подойдем. То есть весь участок 85 соток. Его возможно прикупить как целиком, так и там поделить на три части. Конечно, если вы берете целиком, то вы получаете вот такой вот огромный участок, практически гектар площади для ведения, ну, так, своего бизнеса. Здесь возможно получение субсидий от государства. Сейчас безвозмездно до 1,5 миллионов на деревянные домики выдают. Вы их можете взять под эту программу, построить и заниматься здесь, допустим, под сдачу. Здесь вы видите катамараны, которые как раз таки катались по соленому озеру с правой стороны. Подъездной путь здесь отсыпан щебенкой. Вот с правой стороны мы с вами видим септик, о котором я говорил. И здесь находится люк подключения коммуникации воды центральной. С левой стороны можем увидеть собственную подстанцию. Ее здесь с запасом хватает. То есть для электрификации всего этого вашего комплекса. Ну и, как я сказал, газ от базы отдыха «Чайки». Подъездные пути. Выезд осуществляется вот туда, вверх. Там находится смотровая площадка. Говорят, очень известное место самой станицы Голубицкой. Ну, а здесь мы с вами наблюдаем как раз-таки соленое озеро, в котором люди машутся грязью, ну, либо катаются на катамаранчиках. Место очень хорошее. В озере много рыбы. Можно заниматься здесь даже рыбалкой. То там есть разнообразные мостики, подходы. Сам участок правильной формы, что очень важно и очень удобно для размещения как раз любых построек и любых занятий бизнесом. Это не какая-то кишка вытянутая, а очень много места. Допустим, здесь вы приехали, поставили парковку, там разместили домики, там поставили бассейны отдельно. Море у вас, просто сейчас в бассейнах люди купаются гораздо больше, чем море. Это правда жизни. То есть отдых происходит на самом участке, а море, ну, для галочки существует. Но в любом случае морской воздух здесь присутствует. Вот та самая подстанция, ее должно хватить с запасом на любое предприятие, которым вы будете здесь заниматься. Здесь имеется банный комплекс. То есть, если вы захотите, вы можете его себе оставить, либо его уберут. Ну, собственно, если оставляете, за него надо будет доплатить денежек. То есть доходим 90 градусов угол, смотрим в обратную сторону, какие здесь большущие просторы, и подходим брусферу. Вот здесь уходит забор, и там по берегу ставится еще одна граница. Ну и, собственно, смотрите с этого угла на участок. Шикарное место. Были бы, как говорится, деньги бы сам себе купил бы, да и жил бы помаленьку, говорится, строил деревеньку. А так эта возможность есть у вас, дорогие мои друзья. Любой вот возможность, то есть организация пляжа. Работал в этом году, сам был свидетелем, приезжал, смотрел, очень много людей было на сам пляж приходящих, потому что, допустим, база отдыха «Чайка» вся сюда ходила, и оттуда, с той стороны, других баз тоже посещали это место. Хороший заход в море, чисто и красиво здесь.
правой стороны, как я и говорил, находится центральный пляж. Это наши вот ребята, которые со мной приехали сюда, отдыхают на берегу. Если вы хотите приобрести данный участок, я оставляю первое номер телефона напрямую. Звоните, вам все расскажут, какие-то вопросы, там нюансы, может, я что-то не рассказал, там не досказал, какие-то вопросы остались. Ну, по факту, участок на берегу моря. Одно, наверное, из лучших предложений на всем побережье. Берите, занимайтесь своим бизнесом, развивайтесь, получайте субсидии. Стоимость 85 соток за 30 миллионов рублей вы сможете себе приобрести. Если поделить участок на троих, то будет стоимостью по 12 миллионов рублей. В общем, еще раз говорю, все нюансы узнавайте у ребят. Ну а так, по факту, прекрасное место для того, чтобы приехать и развивать бизнес туристический на Азовском море, тем более при поддержке нашего государства. Субсидии работают, видел на примере Анапы, у нас несколько таких уже эко-отелей построены с домиками, поэтому можете воспользоваться и тоже сделать прекрасным отдых наших дорогих сограждан, которые будут приезжать сюда на Азовское море. Всем всего светлого и ясного. С вами был Юрий Азаровский. Привет, Черноморский. Увидимся, дорогие мои, в следующем видеосюжете. Не прощаемся.